Добрый день! Сегодня с вами мы научимся выполнять фрагмент полотна в технике ирландского кружева. Работу выполняем по лицевой стороне. Разделим нашу работу на несколько этапов. Первый этап мы выполняем рисунок на бумаге. Затем вяжем мелкие детали. Это ягодки, бутончики, листочки, мелкие бутончики. Затем вяжем шнуры, накалываем их. И выполняем обвязку внутри пространства между шнурами. Для работы нам потребуется пенопластовый матрасик, шелковая и хлопчатобумажная пряжа, крючок, булавочки, иголочки и ножницы. На пенопластовый матрасик мы накалываем рисунок, выполненный в натуральную величину. Мы начинаем работу с выполнения вот этого бутончика. Мы начинаем бутончик. Для этого мы выполнили ягодку. Как ее выполнить, вы можете найти в разделе «Отдельные элементы крючком», урок номер 7. При обвязке у меня получилось 12 столбиков без накида. Дальше мы вводим крючок в одну из петелечек. Поднимаем нить и выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В следующую петелечку мы провязываем столбик с накидом. 2 воздушных. 1, 2. И в следующую петелечку обратно провязываем столбик с накидом. 2 воздушных. 1, 2. Накид. И следующую петелечку обратно столбик с накидом. И так выполняем по кругу. Мы выполняем последний столбик с накидом. 2 воздушных. 1, 2. И вводим в крючок в третью петелечку подъема. 1, 2, 3. И соединительно замыкаем наш ряд. Такой кружочек у нас получился. Теперь выполняем обвязку. 1 воздушная, 2 столбика без накида под арочку. 1, 2. А дальше под каждую арочку мы будем провязывать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И последующие 3 столбика без накида. 1. Полная версия мастер-класса доступна по подписке на сайте sharu.ru.